похожа на какую-то ведьму. У меня это ассоциируется с заклинанием. По сути, это абракадабра, но с кодом. Какой-то особый герой, наверное. Это такой динозавр с бронежилетом. Гангстер, наверное. Это мастер-класс. Идея создать кадавр родилась в 2014 году, когда мы с моим другом решили обучать детей созданию компьютерных игр. Мы стали ходить по школам и проводить занятия во время продленок или других предметов. Оказалось, что каждый ребенок хочет создать свою компьютерную игру. Так и зародился проект. Ну, вообще, я хочу пойти по стопам своего брата старшего, который тоже программирует. Люблю игры, и интересно, как они устроены. Мне не столько нравится программировать, сколько созерцать то, что я сделал. Мне очень нравится создавать игры, создавать что-то новое, что не было придумано для меня, реализовывать какие-то свои порой вполне себе абсурдные проекты. Кадабр является таким связующим звеном между желанием ребенка создать свой цифровой проект и его осмысленной реализацией. Самые маленькие начинают свои шаги создания проектов и программирования в легендарной игре Minecraft или создают свои компьютерные игры на блоковом языке Scratch. Дети постарше уже работают с профессиональными языками программирования и платформами. Ну, например, самый любимый их курс — это создание компьютерных игр в Unity, где они создают свои приложения и игры в 3D. Более того, Кадабра продолжает развивать свое волонтерское движение уже по всей стране. Сейчас мы проводим занятия с детьми в младших школах, в детских домах и с детьми с особенностями. За время нашей работы мы вовлекли более 18 тысяч детей. И более 2500 детей прошли наши курсы в Москве и в городе Санкт-Петербург и создали свои индивидуальные сложные проекты. Это общение с ребятами, которые мыслят, как я, которые тоже любят создавать игры, как я. То есть это не просто как общение с одноклассниками, у которых совершенно какие-то разношерстные интересы. Здесь мне очень интересно общаться с ребятами, потому что я нахожу в них своих единомышленников.